Кто, почему и зачем запретил в России презервативы Durex? Вам интересно узнать? Сейчас я вам все расскажу. По полочкам раскидаю. Итак, в России запретили продажу презервативов британской компании Durex, так как продукция не была зарегистрирована в установленном законом порядке. Об этом заявил руководитель Росздравнадзора Мишаня Мурашко. Мурашки аж по коже пошли от этой новости. Линейный ряд, который представлен компанией, не имеет российской регистрации. То есть до этого мы 20 лет пользовались презервативами Durex, а он, оказывается, не имеет регистрации, понимаете, в России. В соответствии с законодательством медицинские изделия, то бишь презервативы, гондоны по-русски, да, должны пройти испытания технические, токсикологические. И все это должно пройти экспертизу Росздравнадзора, пояснил Мурашко. Не, ну реально мурашки по коже идут, ни хрена себе. По его словам, компания может вернуться на российский рынок после регистрационных процедур. Сказал, как отрезал. Придется пользоваться гусарскими. Ха-ха-ха. Так, ребята, видос понравился? Поставили лайк, подписались на канал. Мне нужно 20 подписчиков. Дерзайте. Спасибо за подписочку.